Здорово, это Шамшурин, и в этом видео ты посмотришь о том, как нужно действовать с девушкой на свидании на самом начале встречи, и какие еще нештатные ситуации, некоторые нестандартные ситуации могут произойти с тобой на свидании, как себя вести в самом начале. И само свидание, как и любая тема с женщинами, оно очень обширно. Сюда входит очень много маленьких нюансов и деталей, которые могут ключевым образом повлиять на твой результат на встрече с девушкой. То есть либо у тебя закончится так, как ты хочешь, либо ты просто попадешь к ней в друзья. И очень скоро стартует моя новогодняя распродажа моей новой системы Шамшурина, которую я готовил для тебя целый год. Это квинтэссенция всего моего 15-летнего опыта, собранная в одну систему, поделенную на отдельные модули и микроуроки. Очень удобный формат. Это залито на специальную площадку с определенным доступом, поэтому в свободном доступе в интернете ты эти материалы никогда нигде не найдешь. И я наконец-то переснял все, что хотел для тебя переснять, то есть все, что хотел тебе сообщить. Это огромное количество материала, собранное в удобный формат. 5 модулей по самым важным темам для мужчины. То есть это философия и позиция сверху. Как понимать женщин, как сделать так, чтобы это не было для тебя рулеткой или случайностью. Чтобы ты четко понимал, почему она так говорит, почему она так себя ведет. Все это придет к тебе. Все о мужских и женских страхах. Все о том, как с этим всем бороться, что с этим делать. Далее, живые знакомства. Вместе с практическими заданиями, упражнениями и примерами того, как это выполняется. Онлайн-общение и знакомство. Как легко за 3-4 сообщения получить номер любой красивой девушки в онлайне? Как вообще сделать так, чтобы они тебя лайкали в этих сайтах знакомств? Свидание и сближение. Все от А до Я. И, соответственно, здесь ты увидишь только маленький-маленький кусочек. Выбор девушки для отношений и отношения. Распродажа будет с 23 по 26 декабря. Ссылка с подробностями здесь под видео. Не пропусти ее, потому что цена просто символическая. И больше никогда такой стоимости не будет. И здесь же под видео ты найдешь ссылку на прохождение теста. То есть ты можешь пройти тест, сможешь ли ты понравиться той девушке, которая нравится тебе. Сможешь ты соблазнить женщину или нет, которая тебе нужна. После прохождения теста ты получишь видеоответ на него, который обязательно надо посмотреть. Очень крутой, короткий тест, который не займет много времени. Распродажа здесь, тест здесь. Увидимся. Смотри видео. Этот урок посвящен теме приветствия и начала встречи. Прежде чем я расскажу, как поприветствовать девушку максимально эффективно и настроить ее сразу на нужный тебе лад, что касается вызывать такси или заезжать за ней и так далее, здесь идет очень много споров, очень много вопросов. Напоминаю, что бы ты ни делал в ту сторону, если это действительно тебе хочется сделать, и это для тебя не проблема, это для тебя, ты делаешь это от души, то супер, вообще делай все, что тебе хочется. Но зачастую мужчины делают какие-то вещи, потому что надо, а не потому что так хочется. Потому что они думают, что так они могут женщину больше заинтересовать или больше ей понравиться. Итак, заезжать или не заезжать? Я бы, в принципе, если бы у меня была возможность, я бы заезжал на автомобиле, если ехать недалеко, почему бы и нет. Это, во-первых, классно. Во-вторых, как было раньше, как я делал, мои свидания вообще не перетекали в кафе. То есть, допустим, я заезжаю на машине, она садится, мы куда-то едем, она говорит, куда мы едем? Я говорю, слушай, да куда ты едем, катаемся, давай покатаемся потом куда-нибудь. Она говорит, да давай. Многие девушки также любят кататься по вечернему городу. Я говорю, у тебя сегодня вообще, кстати, твой вечер, поэтому то есть через какое-то время доходит до того, что девушка снимает обувь, допустим, кладет ноги, вытягивает там на панель приборов. И мы можем взять ей, допустим, какого-то там алкоголя или чая с собой. И типа, я говорю, ты выбираешь музыку, мы катаемся, и еще я делаю тебе кучу приятных штук. То есть катаясь вот так вот по городу, разговаривая, периодически останавливаясь, куда-то прижимаясь к обочине, то есть ты поворачиваешься, разговариваешь с ней, прикасаешься, вызываешь доверие, там, тихонечко возбуждаешь. То есть, и таким образом ты можешь, даже не заезжая в кафе, с девушкой сблизиться максимально, в том числе и заняться сексом, уже в своем автомобиле к концу этого вечера. Но это немножко отдельная история. А что касается такси. Для некоторых принципиальный момент, там, вот почему я должен, опять же, ориентируйтесь на то, что девушка говорит. Для меня, например, не проблема, я говорил всегда, что давай, в общем, как будешь готова, набирай меня, я вызову тебе такси.
Я понимаю, что для женщины это показатель того, что мужчина в состоянии о ней позаботиться, и это очень круто. Если при этом она ведет себя адекватно, если при этом она не ультимативно общается с тобой, почему бы этого не сделать? Если для тебя это какой-то принцип, не делай этого. Пусть она приезжает, как, на чем хочет, как хочет и так далее. В этом тоже нет ничего плохого, это никак не повлияет на исход встречи. Самое главное, что ты должен понять. Есть люди, которые говорят, блин, там, зачем, почему я должен? Ради бога, не надо. Вот. Опять же, если девушка сама тебя просит, может быть, там, ты знаешь, там, а ты не мог бы вызвать мне такси, нормальная, адекватная просьба. Если она говорит, вообще-то, если ты мне, ну, а ты вообще вызвал мне такси? Ты говоришь, в смысле? Она говорит, слушай, ну, как бы, а как я должна ехать там, иначе я не поеду никуда. Если там начинаются какие-то ультиматумы, все, до свидания. Ты говоришь, ну, тогда, наверное, в другой раз. Можно даже объяснить ей, что, понимаешь, я считаю, что это некрасиво и неприлично. Если бы ты это не озвучила, это вообще была бы не проблема. Но когда ты ставишь мне ультиматумы, то, наверное, нам не стоит с тобой видеться. Всего доброго. Опять же, для того, чтобы себе позволить такое поведение, у тебя должен быть какой-то выбор женщины. Некоторые, кстати, еще спрашивают такую тонкость, там, а надо ли быть джентльменом, надо ли открывать двери девушке, выходить. Если тебе хочется, ради бога, если тебе не хочется, не делай этого. Можешь даже любые вещи, о которых я здесь говорю, любые мои рекомендации, попробовать сделать или не сделать. И понять, что как таковые одни конкретные какие-то вещи, они не влияют. Здесь влияет вся система, то есть много мелких вещей. И зачастую даже не в каком-то этикете, а именно в том, что ты себе разрешаешь. То есть какая ты личность вообще, что ты себе позволяешь. А иногда я делал как хулиган, там, говорил, открывал окно, говорил, что стоишь, давай садись, прыгай. Он такой, а ты что, не откроешь мне дверь? Я говорю, блин, давай это, ну, прыгай, поехали. Иногда я делал как джентльмен. Это же очень круто, когда девушка оделась какой-то красивый наряд, ты выходишь, открываешь дверь, там, посадил ее. Вот. И даже если она садится, там тоже можно до чего-то немножечко докопаться. Можно сказать, что вот ты знаешь, правильно садиться вот так вот обеими ногами. Ну, в общем, там есть о чем поговорить. Вы встретились, то есть неважно, ты заехал, она приехала в кафе, то есть, допустим, ты ее встречаешь там возле кафе на улице. Что нужно сделать? Нужно ее поприветствовать. Я рекомендую сразу делать так, то есть ты ее обнимаешь, ты говоришь, во-первых, ты говоришь комплимент, ты говоришь, ты отлично выглядишь, шикарно выглядишь сегодня, охрененное платье. Привет. То есть не надо сразу проходить в ноги, да, как это делают борцы. То есть ты просто раскидываешь руки, говоришь привет, как будто это твоя родственница, не знаю. Суперски выглядишь и обнимаешь девушку. Даже если для тебя это какая-то сейчас пока запредельная история, попробуй это сделать, и ты поймешь, что это очень, ну, очень приветствуется девушками, они нормально реагируют на это. Плюс, если ты научишься делать это обнимашки на прощание, там, за руку при знакомстве, то я думаю, что никаких проблем на свидании при встрече не будет. Возможно, можно ее поцеловать в щеку, это даже приветствуется. Можешь понюхать ей шею, так вот провести носом, сказать, сделать комплимент ее запах, сказать, ты шикарно пахнешь, офигенное платье. Далее, ты берешь ее сразу за руку и говоришь, пойдем. И ведешь уже к столику или куда-то вы там идете гулять или что-то еще. 90% женщин будут на это реагировать хорошо, позитивно, не будут не выхватывать руку там и так далее. Плюс это для них очень такая классная штука. То есть представь, она... если девушка адекватная, не надо думать, что она пришла там за ваш счет поесть. То есть если вы мужчина интересный, который заинтересовали ее при знакомстве, она не пришла за ваш счет поесть. Она с удовольствием, эта девушка, будет с вами общаться, ну, там, возьмет себе чай или там, кофе, или что-то, какой-нибудь коктейль, салатик. Но не думайте, что женщины пришли, чтобы... лишить вас всех ваших там золотых запасов. Да, мне с моим опытом попадались, конечно, разные женщины, и такие были экземпляры, когда такое ощущение, что она с голодного года, либо она специально там мстит мужчинам через то, что пытается заказать там какую-нибудь, не знаю, верблюжью печень в чесноке, или там какое-нибудь вино, там шато какое-нибудь, там, не знаю, Вальпалючелло, там, 35-го года, там, до Рождества Христова. Если вы видите, хотя, опять же, это редчайший случай, скорее всего, даже вы с ним не будете сталкиваться, что девушка неадекватна в этом плане, то есть там есть какой-то выбор вин, она говорит, мне вот давай возьмем вот это, там, которое стоит, там, допустим, в несколько порядков дороже, чем какой-то стандарт. И вы тогда, да, тогда вы можете сказать, слушай, мне кажется, или сейчас происходит какая-то странная вещь, мы пришли пообщаться, вполне себе вот это вино подойдет, я считаю, что мы ограничимся, поэтому это мы брать не будем. Проблема же в другом,
что большинство из вас, вам сложно это сказать, вам кажется, что это такое, как это я ей там скажу такое, типа. А когда девушка ведет себя таким образом, то есть вы считаете это нормально. Поэтому на любое неадекватное, любое хамство с той стороны нужно отвечать, соответственно, соответствующей реакцией. Итак, ты посмотрел маленький отрывок моей суперсистемы Шамшурина. Подробнее о системе и также тест, с помощью которого ты можешь проверить свои навыки, свои скиллы и получить видеоответ с подробным объяснением по ссылке под этим видео. Жми и увидимся там.